Крупный остановочный пункт с большим пассажиропотоком, рынок Южный, торговый центр и филиал Сбербанка. В этом районе Анапы всегда шумно и многолюдно. Зона отдыха, уютная, окруженная зеленью и украшенная цветами, придется здесь кстати. И в самое ближайшее время она будет на этом участке. Решение о том, что здесь развернется строительство, было принято 8 лет назад. Этот земельный участок был передан в долгосрочную аренду в частные руки еще в 2006 году. Как рассказал предприниматель Евгений Семерок, в его первоначальные планы входило возвести здесь капитальное строение. Приступая к реализации проекта, он обратился в администрацию города за разрешением, но получил отказ. Городские власти предложили коммерсанту другое решение. Данный земельный участок был выделен в 2006 году для осуществления капитального строительства. В 2014 году я обратился к администрации для согласования проекта. Вот. Администрации были предложены как бы решение оборудовать здесь места отдыха. Было принято решение, да, возвести здесь фонтан, также оборудовать места отдыха граждан. Вот. Так как участок находится не в ведении администрации, мною здесь возводятся объекты не капитального строительства, то есть, как видите, павильоны европейского типа для частичного погашения затрат благоустройства. Здесь будут конструкции легкого типа, то есть временные. Все будет в едином стиле, будет зеленая зона отдыха. Все будет красиво. Компромисс был найден. Вместо двухэтажного капитального строения на этом участке возведут павильоны из легких конструкций. А рядом оазис, оригинальный фонтан, лавочки и зелень. Благоустройство территории идет активно. И совсем скоро баннер, на котором изображен будущий сквер, станет реальностью.